Бывают моменты, когда ты так устал, что нужно срочно куда-то отправиться и перезарядить батарейку. Но куда? Удобно, когда под рукой есть приложение «Яндекс.Путешествия». Как насчет того, чтобы исследовать неизведанную Россию? Или же отправиться куда-то за границу? Можно провести отдых активно. Или не очень. Посетить все культурные места. Или заночевать на природе. Расслабиться в горячих источниках. Или найти затерянные в джунглях руины. Теперь вместо тысячи вкладок у тебя есть одно приложение. Просто открой и выбери отпуск по душе. Всем-всем добрый день, это Сбейкол Реглобал номер 14, и код 75 сейчас будет стараться, пытаться сбить четырьмя стрелами четыре раза этот волшебный кол. Код 75 у нас в прошлом на SLG-13 кидал мешки, на сегодня, получается, стреляет из лука. Посмотрим, что получится. Первый выстрел, подходит на рубеж, уверенно стреляет и попадает. Отлично, все-таки из лука код стреляет лучше, чем кидает мешки. Очень трудно было на SLG-13, на Зеларте, но здесь, в Балашихе, получается, в Московской области, в ЖК столичном, все получается очень даже весело и непринужденно. Кол отлетает у нас в сторону, и видим, как здорово стрела попадает вниз, акцентированным в мишень. Здорово! Один балл зарабатывает код 75 на SLG-14, и впереди еще остается 3 выстрела. Сумеет ли он попасть, сумеет ли заработать 4 балла, посмотрим прямо сейчас за вторым выстрелом. Прицеливается, готовится, идет на рубеж, стреляет и точно улетает мишень, просто кол сносит стрелой, великолепно, четкий выстрел, отлично. И поздравляем, уже 2 балла в активе кота 75. И здорово, здорово, здорово. Сейчас будет очень трудный выстрел, третий, потому что сейчас определенная эйфория накатывает на стрелка. Кажется, что все можно, все получается. Ну, надеемся, что все-таки сейчас сумеет поразить мишень, сумеет сбить этот кол стрелой. И видим, что готовится, также акцентированно идет на рубеж, прицеливается и, к сожалению, мимо летит стрела. Что произошло? Какая ошибка привела к этому промаху? Смотрим, пытаемся понять. Да, здесь было покачивание лука в последнюю секунду. Что-то там пошло не совсем не по плану. И стрела промахнулась. 2 балла пока в активе код 75. И четвертый выстрел попадет. Да, попадет, но прям на тоненького. Мишень прям покачалась, покачалась, но все-таки упал. Очень мягкий был удар стрелой с таким мягким гуманизатором, наконечником. Видим, ох как, и очень медленно падает мишень. Поздравляем кота с этим результатом. 3 балла зарабатывает на SLG-14 с помощью стрелов и лука. Это здорово. На SLG-15 что будет интересного? Скоро узнаем. Смотрим, подписываемся на трансляции. Всем хорошего дня, пока.